ребят, с вами Лимбер, и это вторая серия по Man of Medan. И сегодня мы продолжаем играть в эту игру. Давай нажимаем на кнопочку «Одиночная игра». И запускаем сохранялочку. Так, нажимаем на кнопочку «Продолжить». Все прогружается, я надеюсь, что это будет быстро. Угу, надеюсь. Давай, старичок, поднажми. Только не взорвись. Ну скоро-то. Серьезно, блин, эта игра меня заинтересовывает все больше и больше. В ней так сюжет прикольный уже строится. Мне нравится. Интересно, что будет дальше. Я так понял, это, видимо, тогда, когда мы были на корабле, это была предыстория. Вот. И от этого все будет, мне кажется, отталкиваться. Текс. Видимо, сохранение загрузилось, и теперь прогружать. Слава богам! Просто... Ладно, не богам, яйцам. Как и ожидалось. Да, он реально целый. Мы как в прошлое попали. Ух ты. Ну, то есть в такое альтернативное прошлое, в другом измерении, где все на дне морском, и вокруг рыбы, водоросли и акулы. Акулы? Простая рифовая. А я все равно испугалась. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил все, что там было, в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Угу. Серьезно, что-то не так? Алекс, ты для меня открытая книга с большими буквами. Поэтому я вижу, когда что-то не так. Выкладывай. Все нормально, да, правда. Да не ври, говори давай, с чего раскис? Джулия, а ты счастлива? Не жизнь, думаю, да. Спокойствие. Ну, да, конечно. Почему спрашиваешь? Но я просто волнуюсь о нашем будущем. И все. Что дальше? Колебания, я тоже об этом думаю. Оптимизм, счастливое будущее. Ну, давайте я оптимизм. Думаю, дальше у нас будет долгая и счастливая жизнь вместе. Правда. Знаешь, ты лучшее, что со мной случалось. А, вопрос. С чего это вдруг? Романтика, я люблю тебя. Так, вопрос. Ого, ты чего это вдруг? Не знаю, просто мне хорошо. А куда все делись? Пойду гляну. А ты тут подожди. Так, отношения обновлены. Блин, я сначала подумала, что... Эй, а где мой брат? Или Фрис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Так, стоп. А, понятно. Строгость... Пожалуйста, береговая охрана... Давайте. Патруль! Там береговой патруль! Что? Скорее наркоту за борт! За борт наркоту! Живыми не справимся! Да какого хрена? Делаем контент. Братец, ну ты дал! Джулия, серьезно, это сейчас глупо было. А, точно, пиво. Я уже несу. Нормально. Когда я за кого-то уже управляться-то буду, алё, хватит мне всякие кассены ваши проигрывать. Так. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. А, вот, мы сейчас за нее будем, да, играть? Кто ж с вами? Так, стоп. После того, что случилось,
Так, мы можем... Да ёперенен, давайте еще раз возьмем. Я просто не досмотрел. Там надо, давайте еще раз пролистаем подольше. Так, еще раз круг сделаем. Так. Так, еще давайте. Подождите, там был что-то там было написано на. Где планшет? А, прости, я отвлеклась. Ничего, найдем его. Да блин, я так и знал, что это что-то такое будет. Есть, идем. Иди сюда, красавчик. Ну, полегче, тигр, нас там ждут. Я подумала, вот они он. Тут задержатся. Блин, надо было сразу там не тыкать быстро так. Все, правильно, очкарик делает. Полегче, моря. Не поняла? Осторожнее. Если декомпрессия прошла слишком быстро, не увлекайся пивом. Все нормально. Будь у меня кессонка, она бы уже проявилась. Не факт. Иногда кессонная болезнь проявляется не сразу, спустя часы или даже пару дней. Кессонка? Ну, это если всплыть слишком быстро. А, да, это кессонная болезнь. Задрот. В крови застревают маленькие пузырьки азота. Короче, боль адская. Это серьезно. Дайверы умирают от кессонной болезни каждый год. Вот поэтому доктор Конрад и говорит, за это надо выпить. Либо ты в норме, либо тебе надо чем-то заглушить боль. Джулия, я тебе запрещаю сейчас пить спиртное. Да брось. Запрещаешь? Он же твой хозяин. Выпей пивка. Осторожность. Я лучше пока воды попью. Не хочу рисковать. Внимание. Ну, серьезно. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Мы сейчас туда... Да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого. А еще что нашли? Нашли план полета. Похоже, это был спасательный самолет. Да. Логично. Дальние бомбардировщики применяли так после войны. И самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулю из фюзеляжа вытащила. Ха. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых? Они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Пренебрежение. Никто не узнает извинения. Ладно, может Ты быть. Ты права. Мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Ладно. Может. Может и жаль. Чтоб не обострять отношения. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Брэ, много страшилок знаешь? А-а-а. Ну, знаю, но они, конечно, совсем не такие, как у Флис. Сказку давай. Поддержку послушаем, скепсизм. Давайте давай. Поддержку. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну давай, напугай нас. Мне кажется, сейчас Ладно. Будет что-то серьезное. Поехали. История реальная. Случилось прямо тут рядом. В очень старом мире. Ну да, классика. Да ну, не верю. Откуда знаешь? А, ну, в порту я встретил дряхлого старика, просоленного насквозь, повязка на глазу, деревянная нога. И за доллар я купил эту тайну. Окей, понеслась. Тот маяк стоял в атолле, отрезанный от внешнего мира. Луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Без сил она рухнула смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк,
и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Раздражение. Висели все мысли об этом. Только об одном и думаем. А она говорит, я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал. Вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка, а там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Рассказываю как есть, только факты. Двух человек порубили на кусочки топором. Возвращение, провокация. Стоит приукрасить факты. Вообще, жуть какая. Ладно, и кто убийца? А женщина? Это все мой муж. Потом на шкаф смотрит и... Он вон там. Ну, конечно, муж. Вот именно поэтому я замуж как-то не тороплюсь. Тогда смотритель подкрадывается к шкафу, открывает, и так и есть, внутри человек. И он глотку себе вскрыл. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе, ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. А, ужас какой! Вот это поворот! Круто! Охренеть! Лихо закрутил. Неожиданно. Меня ты напугал. Здорово. В прошлый раз звучало получше, но сойдет. Ну ладно, повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. Не-не-не, по стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Это стандартный протокол морского надзорного органа, подраздел 1099. Ага, где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво? Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт. Рубишь фишку, друг. Не, я просто. Блин, сюжет реально крутой. Меня он очень сильно заинтересовал, поэтому я его называю крутым. Посмотрим, что будет дальше. Блин, мне кажется, сейчас молния ударит. Господи. Ёшкин кот. А чё... Лол. Ой, блин, не успел. Нет! Тихо. Дебил, ч... А, это эти три моряка. Я не понял то, что надо нажимать. Высокие идиоты. Блин. Ну, конечно, мужчине, наверное, что это. Освободить его будет, наверное, более выгодней. Сядет.
конечно. Все. Джули, ты как? Нормально. Хорошая или плохая? Плохая? Да куда уж хуже-то? Плохая новость в том, что это могут быть рыбаки, которых я взбесил. Молодец, Конрад. Отлично. Красота. А хорошая? Ну, я их узнаю. И что тут хорошего? Я думал с этого пункта начать. Боже, ну ты и кретин. Эй. Алекс, что они с нами сделают? И думать не хочу. Надо выбираться. Вот мы влипли. Развязать, конечно. Надо освободиться. Срочно. Давай. Черт. Не вышло. Давай. На. Сука. Так, я успел. Я с тобой потом разберусь. Разберусь. Никто не знает, что ты здесь, детка. Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьма кусок. Слышь, отвали. Неплохой перевод. Ну да, действительно, с завязанными руками любой может... Пользуйся привилегиями пока что. Легкомыслие, серьезность. Чего тебе надо? Чего надо, уроды? Стойте! Не надо, прошу. Слышь, ты чего? Постой! Волнение, пожалуйста, не надо. Ну, не надо так. Потом с ним разберемся. Если бы другой бы ответил, то, к сожалению, мы потеряли. Держи себя хорошо, малыш. Возмущение. Ладно. Тут надо соглашаться. Ладно. Джули, они идут. Ну, делайте вид, что... Ножницы есть, можно их убить. Так. Закрой. Что? Вот это перевод. Вот это прям респект. Респект. Флис не тронули. А Флис, я смотрю, с ними прямо спелась. Лол. Брэда видела? Нет, не видела. Надеюсь, он живой. Давай. Повернись. Показывай. Как приведут Джулию, попробуем на них напрыгнуть. Так, идут.
Пизля, один из них не понял, типа, то, что руки развязаны как бы. Нет, ну что за хрень? Эй, эй, ты как? Что с тобой делали? Ничего, не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег? Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. Блин, пипец какой-то. Я так уже подумала, почему не делать все? Что, возьми меня? По часу. У них был катер, может его угнать? Да. Ролики делать. Да, у них катер. У главаря есть пистолет. Ну, кто-то может пробраться на катер. Она же еще, на самом деле. Оптимизм. Если отвлечете их, я залезу на катер. Чувак с пистолетом и не заметит, пока я не уплыву. 7 секунд. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышь. Мы дождемся удара грома. Отлично. Я вылезу в окно. И на катер. А вы пока отвлеките их. Конрад, ты смотри в оба и двигай на катер. Ладно, пошли. Серьезно, она даже не разбилась, она просто... Какой-то китайский окна, я не знаю, кто это собирал. Ой. А как он пальцы-то не заметил? Ну хотя ладно, тут, блядь, ты пальцы заметишь. Иди-ка ты в жопу. Гони, давай! Нож! Блин! Схватить нож! Кусок я иди... Почему ты так... Почему я не на... Я же успел! Я успел! Да я успел! Я успел! Я ж нажал! Да в смысле? Да вы чё ж такие все драться-то не умеете? Я не понимаю! Веди их здесь. Тут очень... Стреляй, если надо. Тут... Пипец какой-то, ну это реально сложно. Садись. Вон там. Ты. Сюда. Сядь. Живо. Арете, бандиткан. Семон Бато. Стоп! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. По-французски или что там написано? Так, ну стоп, если сейчас какие-то звуки будут, извините. Олсен! Сюда! Так, всё. Наушник поправим. Блин, по 30 минут уже становится маленьким. Ролики, наверное, 40 минут. Крайне. Кто из нас мне расскажет про это? Маньчжурское золото. Маньчжурское золото, что? А катер там привязан, что ли, я не понял? Просто он так идеально прям движется. Разговаривали. Говорили.
Говорите тихо. Я скажу. Флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им про маньчжурское золото. Они в сговоре. Нет. Ярис, как ты смеешь, смятение? Ушам не верю. Я только что потеряла все. А ты меня обвиняешь? Вы все заодно. Это ловушка, и ты нас подставила. Эй, мудила. Рот закрой. Блин, какой перевод хороший. Да, господи, как на это нажимать? Я не понимаю. Ты просто не знаешь, тихо, чего... Все, буду сейчас держать. Эй, оставь ее! Пусть знает, сколько продлится шторм. Но только давай без глупостей, а то сильно пожалеешь. Ясно? Дюков Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием. Ступчивость. Эй, я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию? А то нас тут потряхивает. Прием. С востока идет большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в течение часа должен уйти. Все в порядке, Дюк? Скажите, если нужна помощь, обычно вас не пугает непогода. Блин, я не знаю, что отвечать. Надо было промолчать. Все окей. Зашибись просто. Легкий дождик мы выдержим. Промолчать спасибо надо. Спасибо за информацию. Через пару дней выпьем на берегу. Если бы я промолчал, они бы что-то поняли. Типа, что не так, чего она молчит? Суки идиоты, господи! Фу, так. Ну чё ты не встанешь там, где безопасно? Зачем они их выводят? Что? Хорошо, ты о других заботишься. Нечего сказать. Так держать, Флис. Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Я не знаю, где он. Оптимизм, тревога, он может туда начать. Нельзя его там оставлять, он может утонуть. Надо его вытащить, он в опасности. Где? Брэд, бро, выходи. Си. А, я подумал, это какой-то другой корабль. О, нет! Вы куда плывете-то? Ой, это реально так долго было? Типа, серьезно? Да что ж такое? Ты чё ж такие рукожопы? Ой. Пока никто не умер. Всё могло сложиться совсем иначе.
по доброте душевной, я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Да. Отлично. Обратимся за вдохновением к поэту. Венецианский купец, акт 2, сцена 7. Принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает. Не все злато, что блестит, вот что мудрость говорит. Угу, надо запомнить. Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Не следовало мне этого говорить. Чё? В смысле, не следовало. Очень даже следовало. Дверь. Что-то там... Короче, дверь. О! Ну, блин, я просто знаю, что там опасно, и они сейчас туда пойдут. Junior, retire la tête d'allumage. Что это такое? Это деталь, типа, в двигателе? Сейчас будут скримеры. Спасибо. Все зажравело. Вперед, шевелись. Я за двух управляю? Сейчас наблюдаем за тем, типа, ничего ли там не блестит какой-нибудь предмет. Везет этот корабль, плавучая могила. Да. Так как ты догадалась? Так. Да и... Да что ж такое-то? Мне жопа скоро сгорит. Я просто, блин, расслабляюсь и на клавиатуру вообще... Не смотрю. Сейчас не страшно. Да и... Куда идти-то? Управление-то... Ну куда? Что-то тут есть такое жуткое, что аж волосы на всех местах шевелятся. The Mask of Madness. Чё? Так. Почему бы нам отсюда не свалить? Не хочу я на этот корабль. Найдем. Что это? О, черт!
В смысле, крыса, вы чё? А, ну да, неожиданно. О! Что-то блестит. А, читаем быстро. 14-я пехота, дивизия. 14-я пехотная дивизия. Завтра ты заменяешь Паттерсона в карауле. Он снова заболел по случайному совпадению, как раз тогда, когда ему надо нести вахту в отсеке 3А. Первая вахта в... Короче, вы поняли, в полночь. А далее смотрите график наряда. Фулим в Пфорт, копия для интернета. Короче, понятно. Бежим. Все, мы можем быстрее, да? Так, вот я хожу, а теперь на shift. Вроде не изменилось. Здесь дверь. Ладно, вы все марш в каюту. Да ну нафиг. Серьезно, они их в каюту за... В каюте запрут. Эй, тут совсем темно. Дай фонарик. Спасибо. Так тут есть лампа. Лол. Зачем фонарик? Хотя ладно, с фонариком удобно. Черт возьми, что это за место? А, уверенность. Покинутый корабль. Озадаченность. Это не недоумки. Вроде исполнялось. Согласно нашим наблюдениям, это какой-то корабль. И он заброшен, поэтому рискну предположить, что это заброшенный корабль. Думаешь, корабль «Маньчжурское золото»? Мы сейчас поблизости от тех координат. Нельзя просто сидеть. Нужен план. Да. Мне кажется, мы сейчас не в том положении, чтобы хоть как-то трепыхаться. Как только они расслабятся, надо этим пользоваться и валить с корабля. Одобрение. Ага, эта ржавая корыта в любую минуту может пойти ко дну. Мы уже пытались сбежать, и, по-моему, ни хрена не вышло. У них крышка трамблера. Без нее мы никуда не уплывем. Надежда, замените или попросите, что это такое? Короче. А мы можем, типа, заменить ее? Нет, ее не заменишь. Нам нужна крышка трамблера. Пока они ищут маньчжурское золото, или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. Плиз? Я хотел сказать, я, наверное, все неправильно понял. Не поняла. В общем, я несколько поторопился с выводами. Решил, что ты типа заодно с этими уродами. Или там... Но я дураку ясно, что это не так. Они обошлись с тобой ничуть не лучше, так что... Да. Хочешь, переведу? Он извиняется. Ну, я... Ладно, извинения типа приняты. Окей. Окей. Ой. Так, стоп. Что случилось? Газеты еще тут. American Overseas. Жесткое убийство на 1947 году. То есть это... Мы сказали тебе, газеты примерно... Понятно, 24 археологи пропали в Ираке, 24 британских археолога пропали без вести в Ираке, в горах Загрос. Экспедиция Хаджисона, господи, прибыла в королевство в сентябре прошлого года для поиска. То есть это... О! Давайте к картине. Вот картина тут получше. О, тут еще. Господи, тут много чего можно взять. Почему это сорвали со стены? Че, просто типа... Даже на картину не посмотришь. Окей. Как думаешь, что это
за корабль. А, мисс Джун Риверайк. Чё вообще? Не суть. Привет, куколка. Я так по тебе скучаю. Мне еще 3 месяца до отпуска, и я сразу же отправлюсь прямиком в твои объятия. 3 месяца. Я был с ребятами в вольном увольнении на берег. Выпил там немножко пива. Но ты не волнуйся. Я думаю только о тебе, если понимаешь, о чем я. Как там работа? Надеюсь, твой босс тебя не донимает? Я знаю, что ты можешь о себе позаботиться. Но все равно жаль, что я далеко... И что я так далеко и не могу тебя защитить. А, я кусок идиота, я опять не развернул фотографию. Ой, фотографию запись. Письмо. Вот. А, пока я стою в карауле в трюмах. Там, а на корабле призраки. В трюмах только и делаю, что размышляю. Внизу темно и страшно. Другие парни видели, как вокруг кто-то бродит. Но ты всегда в моем сердце бережешь меня. Скоро я приеду, найду работу механиком. И тогда мы сможем пожениться и завести 2 детей. И мы будем счастливы вечно, вместе вечно. Очень люблю тебя. Очень тебя люблю. Целую, Миллер. Понятно. Текс. Да ёпя. Текс. Очень, очень жутко. Очки. Просто очки. Даже думать не хочу, что эти парни с нами сделают. Скоро может подвернуться еще один шанс. Сейчас. Блин, мне интересно. Если сейчас Windows закончит, то... Что будет? Так, тут это... О, вентиляция! Ну кто бы сомневался, что за ящиком не будет ничего. Точнее, наоборот, что-то будет. Вот. Я тут кое-что нашел. Ну, попробуй. Что-то там он делает. А, газета это уже была. К двери давайте подойдем. Я смотрю, машинное отделение. Дэнни, ты обыщи трюмы. А, грузовые трюмы? Трюмы, ты серьезно? Ты их видел? Алсон, ты там... У меня инструментов нет, чтобы там ходить. Делай, что говорят. Козёл. Что? Что ты сказал? Ничего, сволочь. Все, хватит. Заткнись, Джунио. А, будь тут и следи за заключенными. Заключенными? У нас тут тюрьма? Чудесно. А, мы скоро разбогатеем, если заткнетесь и будете делать, что я скажу. Что-то здесь не так, не знаю. Странное какое-то место. Да хватит уже говорить! Алсон, мы должны были просто их ограбить. Их просто ограбить. А теперь застряли на этом ржавом корабле, пропавшем смертью. И еще заключенными. Как-то все далеко зашло. Заткнитесь. Заткнитесь еще оба. Я ваш капитан. И вот слушайте моих приказов. Все? Да. Само закончилось. Так. Ну скоро-то. О, да. Ну как? Не могу открыть. Эй, сюда. Если открою, свобода. Стоп. Мы не знаем, куда ведет эта шахта. Уверенность, вот и выясним. Ага, вот заодно мы и выяснили. Мне выбить решетку? Нет, я справлюсь. Кто-то должен отвлечь их. Будет шумно. Да, ладно. Конрад, за дело. Ключ. А зачем терпеть? Эй! Да!
Бросьте меня к грому, уродовые подноги! Да, якорь вам в жопу! Я сейчас подшибаю с ваших плеч пиратских попугаев и сварю из них разноцветный суп! Предупреждаю, я гражданин Америки! Хотите, чтобы мой президент пытался вас арестовать? Пошел ты! Он ведь придет за каждым! Лично, собственной персоной! Бегич. Эй! Слышишь меня, сучок? С тобой говорю! Алло! Так, бежим. Скорее. Так, все. Теперь непонятно. Так, все, держу руки на клавиатуре. На всякий случай. Кстати, сейчас сохраняловка, можно было бы и, наверное... Ну что, оторвались? Да, тут сохраняловка. Знаете, я сейчас вот поставил на паузу, чтобы там дальше события не произносились. Это уже останется на следующую серию. Ну и переходим к концовочке. Ну и что же по окончанию видео хотелось бы вам сказать. Естественно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии к этому видео. А в описании к этому видео вы найдете полезные ссылки. Выделю главные. Warhex Music — просто прекрасная штука, которая сделает вашу жизнь ярче и музыкальней. Следующая ссылка на мою группу ВК. Ну и всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.